Свои итоги и в республиканской прокуратуре. Изъятие схронов с оружием правого сектора, выплаты задолженностей по зарплате крымчанам и прекращение необоснованных поборов в больницах полуострова. Вот лишь неполный перечень вопросов, обсуждавшихся в ходе расширенной коллегии. Подробнее Дарья Скобеева. В бытность Крыма украинским обязательные денежные сборы в больницах полуострова были абсолютной нормой. Теперь, спустя год в России, подобная практика полностью искоренена. Каждый медработник ясно понял, за такое можно получить сполна. Это лишь один из значимых результатов работы республиканской прокуратуры. Так, мерами прокурорского реагирования выплачено уже около 350 миллионов рублей долгов по заработной плате. Прокурорами по результатам проверок в сфере ценообразования на лекарственные препараты и социально значимую группу продовольственных товаров с целью устранения нарушений внесено более 500 представлений. Кроме этого, благодаря прокурорской работе вкладчикам «Приват» и «Ощад» банков выплачено порядка 28 миллиардов рублей. Из крымских районов в собственность республики возвращено более 1500 гектаров земли. А совместно с работниками ФСБ прокуратура предотвратила хаос на полуострове. Были изъяты несколько схронов правого сектора с оружием для организации массовых беспорядков. Изъяты схроны, которые заготовлены сотрудниками «Беркута», которые в переходный период ушли на ту сторону и в настоящее время вернулись в Республику Крым. По Ялте изъято два таких схрона, где целые цинки с патронами, где огнестрельное оружие, взрывные устройства и боеприпасы. Для полуострова 2014 стал годом очищения от коррупции. Работы в этой сфере еще предстоит много, но начало положено. Удалось все-таки вот эту наиболее брутальную часть коррупции убрать, и сегодня в этом смысле Крым выглядит совершенно обновленным, совершенно другим, другой республикой. Отличную оценку стараниям надзорного ведомства поставил и первый вице-премьер крымского правительства. Соблюдение законодательства в условиях переходного периода стало едва ли не ключевым фактором новой крымской государственности. Поблагодарить прокуратуру Республики Крым за проделанную работу в 2014 году. Этот год для всех был очень непростым, но должен отметить, что прокуратура Крыма справилась с честью, с поставленными задачами в полном объеме. В том, что работы, несмотря на все положительные изменения в крымском обществе, меньше не будет, здесь не сомневаются. Поэтому Наталья Поклонская предложила добавить российским прокурорам больше полномочий. Дарья Скобеева, Анатолий Скорик. Время новостей.